И снова приветствую вас, друзья, на канале «Свободный путешественник». Здравия всем, бодрости тела вам и ясности разума. Для пробуждающихся уготовили множество ловушек. Выходя из одной ловушки, невольно попадаешь в другую. Знать положение дел, конечно, необходимо, но нельзя реагировать на что-либо и выходить из эмоционального равновесия. Относись ко всему, как ко сну, как игре, как иллюзии. Просто наблюдай кино, действуй отстраненно и непредвзято, и держи баланс между действием и бездействием, потому что и бездействие иногда опаснее необдуманного действия, но бывает и наоборот. Будь внимателен. Вот ты такой умный, просветленный, осознанный, решил перестать смотреть телевизор, дабы не получать негативную и злую повестку дня. Мол, пойду-ка я в телегу, вот там-то точно правда. И тут тебя поджидает очень интересная информация, где рассказывают, что новомодные уколы – это яд, показывают модные шествия протестов, приводят доказательства запланированного геноцида, показывают революции, и ты такой смиренно киваешь тупой гривой. Да, да, да. Так а что поменялось? Ты все так же и остался тупо ведомым, чью свободу воли пускают в расход. Дают новость, ты ее фильтруешь, реагируешь. Ты так и остался неосознанным стадом, проецирующим мир хаоса, укола и мракобесия. Ты по-прежнему не используешь свой потенциал создателя реальности. Ты просто попался в сети. Вселенная неважно, одобряешь ты что-то или борешься. Но если ты думаешь об этом, и неважно в какой полярности, то ты проецируешь эту реальность. Ты продолжаешь жить в этом мире, где это все есть. В этом самый прикол, потому что вся эта чернота еще существует, потому что народ своей энергией, свободой воли продолжает делиться на эту реализацию. Те, кто все это затеял, прекрасно знают эти законы. Именно поэтому и существует столько всевозможных движений, типа антиваксеров, антиполитиков, религиозных фанатиков. И именно поэтому намеренно создана куча пабликов, где ты зависаешь, растрачивая свой потенциал, работая агентом страха. Там и делят людей на ваших и наших, там и воруют энергию, там и спрашивают твоего неосознанного одобрения, а ты рад, потому что так уж тебя заточила матрица. Избавься от этого хлама. Вспомни, что ты творец, вспомни всю свою мощь создателя реальности и живи по своей мечте. Проецируй только то, что желаешь видеть в реальности, то, в каком мире ты хотел бы жить, а не то, в каком бы ты не хотел. Тому, чего желаешь, ты автоматически придаешь окрас эмоций, усилив мощь. Если осознанно, то можно и эмоции в том числе ярче ставить. А вот тому, чего не желаешь, пропускай мимо по холодку. Не делись энергией. Очнись, творец реальности. В тебе вся мощь мироздания. Помни об этом.